На празднике в честь Дня студента присутствовали ректор ЮУРГУ Александр Шестаков, директора институтов и высших школ, преподаватели и студенты. С творческими номерами выступили коллективы Центра творчества. Также всех присутствующих поздравили иностранные студенты. Они выступили с музыкальными номерами. В поздравительной речи ректор пожелал студентам занимать активную жизненную позицию и за время обучения воспользоваться всем тем, что дает университет. Это традиционно. Все студенты празднуют этот праздник, потому что это единственный, пожалуй, профессиональный праздник студента. А преподаватели студентов любят и всегда участвуют в конкурсах, которые мы проводим в этот день. Поэтому студенты-преподаватели – это одна семья Южноуральского государственного университета. По традиции в этот день ректор университета Александр Шестаков озвучил три желания студентов вуза, которые будут выполнены в ближайшее время. Обучающиеся просили зону отдыха в 3-м Б-корпусе, микроволновые печи для студенческого общежития и отдельное помещение для штаба студенческих трудовых отрядов ЮУРГУ. Отметим, что всего на конкурс было подано около 30 заявок. Также в этом году было озвучено и 4-е желание одной из студенток – брендированный бомбер. Более подробнее о празднике смотрите в наших следующих выпусках.